Я сейчас покажу разницу между оверклином и тем порошком, и тем наполнителем. Оверклин, не знаю, видно, не видно. Когда убираешь, приклеиваешь, пылит, но не сильно. А вот этот пылит очень сильно. Прям видно, какая пылюка. Ух. Это его минус. Комки-то, может, и нормальные, до сих пор пыль летит. Я даже ее чувствую в носу. Непорядок какой-то. Так все хорошо, но пыль. Здесь нету пыли. Почти. Чуть-чуть. Так что вот.